Начальник территориального управления Красково-Малаховка Ольга Байкова провела встречу с жителями поселков. На ней присутствовали заместители главы администрации Люберец Василий Власов и Николай Покацкий, а также сотрудники подрядных организаций и управляющих компаний. Участники собрания обсудили вопросы, связанные с уборкой снега на придомовых территориях деревни Марусино. По итогам встречи принято решение завершить все работы в течение 2 дней. Подрядчик обозначил такой же срок по уборке автомобильной дороги Хлыстово-Матюково, Новый Милет, а также Зенинского шоссе. Для этого брошены все силы как по всему округу, так и непосредственно, что касается внутридворовых проездов управляющей компании «Стимул», ну и непосредственно муниципальных и федеральных дорог. Жители выразили готовность участвовать в комиссии по безопасности дорожного движения и помогать сотрудникам управляющей компании в уборке придомовых территорий.